Лакшак. Красивая скала Лакшаковская. Вот наверху там находится метеостанция Лакшак. Здесь, кроме Гены, еще Барышникова Наташа, Володина жена, работала. Он, Гена, ее тоже хорошо знает. Вон как красиво распадочек. Уходит. О, скалы. Красивые скалы уходят вверх. Ух. И никто не хочет в эти красивые места ехать и работать. Ух, как. Давно. Ой-ой-ой-ой-ой. 43 года назад, 44, наверное, 43 уже с Зоей живем. А вот эта вот дорога, которая наверх идет, да? Там впереди дорога. Или это просто вот песчаная усадка? Вот сейчас тут дорога будет наверх. Вот здесь как раз залив, вот тут останавливается, тут у них должен быть трос привязывать лодки. А, вот туда размыло. Здесь вот так вот не было. Было ровно как бы туда. А это вот как заливчик сделал. Вон где песок, там будет дорога. И уходит наверх. Они тут сверху делали трос, вот по тросу груз поднимать и спускать. Вот лестница, зимой водомер. Сюда ходит, сваи. А это вон там что? А это пенек. Нет, желтая. Пенек обломанный. Это свая, наверное. А это пенек, и там какой-то, да. А вот они, сваи стоят. О, сваи стоят. Сваи стоят. Да. Вон куда вода поднимается. По сваям. А лестница же свежая. Лестница, да как свежая? А, и водой бы давно не своего. Ну да. Ну да. Есть, да? Ну говорят, водомер вроде тут есть. Кто-то воду дает. Автоматика, ну автоматика, как она будет давать воду? Автоматика. А это что за эти дела стоят? Это самые метки от уровня. Уровень меряется. Тут должен быть промерочный трос 8 километров ниже. Ага. Лакшак. И то, что я уже услышал. Опа. Пока выйдут это все. Собака должна залаять. Нет, а это что плывет? Это? Ага. Черт, коряга какая-то. Либо коряга. Кепка чья-то. Веточка. Не, не кепка. Или что-то. Или а вдруг Витина кепка плавает здесь. Да, а там под ней Витя, да? А, или бумажка от Сникерса. Да нет, кепка. Да ну одумайся. Я говорю. Ну, вон она. Сплавай. Уже нет. Можно уже такой. Вон кепка видно. Стоит? Где? Кто стоит? Не вижу. Да ладно? Вот дорога наверх поднимается. Вот тут мы. Сейчас посмотрим, следы есть или нет. Нет, если бы люди были, были бы следы. Нет. Собаки бы залаяли. Мы орем. Нет, никого не видно. Нет, лестница-то что? Свежая. О, да ну свежая, конечно. Ну, как, ну там камнями придавлено снизу. Здесь затишок. Да ну такие леса убирают. Это бы лестницу бы унесло домой. Нет следов, нет людей. Тут обязательно было бы ископтано. Они даже за водой сюда ходили. С коромыслом. Я сам отсюда таскал воду. А так, следа нет. Может, уже оттуда насос. Ну ладно.